Это произошло 22 февраля в 15:25 на перекрестке 3-го опытного переулка и улицы Нагорной. Столкнулись «Лада Гранта» и «Мазда». Пострадала 23-летняя девушка-водитель «ВАЗа». После ДТП у участников возникли разногласия, и сейчас они ищут свидетелей и видео. Телефон для связи вы видите на экране. Еще один водитель разыскивает свидетелей ДТП на площади Коминтерн. Это случилось в ночь с 21 на 22 февраля. Владелец авто оставил машину у магазина, а когда вернулся, увидел сломанный бампер. Очевидцам можно написать к нам в редакцию. Зеркальное ДТП случилось на улице Московской. Очевидцы сняли видео последствий аварии и прокомментировали ее. На этом же месте. И снова зеркало. В Вахрушах коммунальщики на пешеходном переходе потеряли прицеп, который называют пескоразбрасывателем. Он и не заметил. Парни, а что за пробка тут в сторону Перми? Мужики потеряли КТМ-ки мужа, который песок насыпает. Сергей Пичугин, место происшествия.